«Звездная гостиная». Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас очень очаровательная, очень именитая, очень популярная в России гостья. Это народная артистка Удмуртии, заслуженная артистка России Валентина Пудова. Здравствуйте, Валентина Тихоновна. Добрый день, мои хорошие. Добрый день. Огромное спасибо за то, что вы согласились принять участие в записи программы на Радио ВОС для незрячих людей, не только незрячих, потому что слушают их родственники и так далее. Мне бы, знаете, хотелось вкратце, сначала, прежде чем мы послушаем первую песню, вспомнить ваше далекое детство, когда вы вот мечтали научиться играть на гармонии. Вот, а стеснялись почему-то. То есть вот такое у вас было, в принципе, даже не принято было, чтобы девочки играли, да, на гармонии. Вот. Ну, наверное, и да, не принято было, чтобы девочки играли. Но у меня почему-то вот этот вопрос не стоял, что девочки не играют, а вот я вот хочу. Вам просто стеснялись вы, да? У меня было... Мы же в деревне жили. Ага. Зарплата была маленькая. Зимой у меня мама с папой вдвоем работая, у них зарплата была 55, где-то так вот, ну, не выше 60, а гармошка стоила 40 рублей. Я только вот с этим соображением, мне стыдно было просить у родителей гармонь. Семейный бюджет это могло пошатнуть, да? Конечно. И я поэтому, наверное, и в принципе рано пошла работать летом. Мы работали в колхозе, косили, сено убирали, на зернотоке, где-то и дояркой подменяли доярок, потому что зимой их не так часто могли подменять кто-то, чтобы они в отпуск уходили, а летом, ну, вот так с удовольствием. Вы а знаете, мы дети, да, мы работали и зарабатывали. Вы знаете, Валентина, вот, наверное, секрет вашего необыкновенного таланта, который от Бога, потому что вы из народа, из самой глубинки, там, где по-настоящему чистый воздух, там, где по-настоящему чистые реки, там, где по-настоящему чистые люди. И вот, понимаете... Мне кажется, что судьба каждого человека, то есть судьба, это, наверное, в переводе с православного языка суд Божий, да, где-то предначертана была. Вот. И я вот, слушая ваши песни, поражаюсь, насколько вы переняли вот эту настоящую русскую традицию, насколько у вас звонкий, чистый, красивый, широкий русский голос. Поэтому я вот, примите мои восхищения, я просто как обыкновенный ваш поклонник, вот, выражаю вам свое восхищение, как, наверное, половина нашей страны, потому что сегодня так не хватает этой русской песни. Вот, поэтому давайте вначале послушаем песню в вашем исполнении. Какая это будет первая песня? Первую песню я хочу, чтобы вы послушали. Это где-то года полтора тому назад я написала музыку, а слова написал молодой друг мой, Искандар, а называется она «Благословение». Слушаем эту песню. Это любовь к миру, любовь к человеку, любовь к Богу. Давайте послушаем. Слушаем и наслаждаемся. Поет Валентина Пудова, заслуженная артистка России и народная артистка Удмуртии. Солнцу поклонюсь, к небу
сердцем прикоснусь. По росе утренней пройду, а мелький цветочек там найду и с восторгом песню запою. По простору снегом теплится весна, свой черед расцветет она. Раскрою сердце чудесам, придаю чистоту словам, каждое мгновенье благословлю. Мир прекрасен, я тебя. Звездная гостиная с Виктором Тартановым на Радио ВОС. Прекрасное исполнение, как мы и в очередной раз убедились. Прекрасный, чудесный голос. Вот скажите, пожалуйста, вы, наверное, же слушали радио, да, в то время? Было радио? Конечно. У нас было только и радио. Да, телевизора не было тогда. Да, слава богу, что его не было тогда в какой-то степени. Да, наверное. Да, потому что радио... Мы были на природе, говорят, вот деревенщина, или а я так горжусь, что я с деревни. Вот кто так говорит, думает, они обижают. А я не обижаюсь. Наоборот, это почетно, это почетно из деревни. В глубинке, Виктор. И вот именно там, вот в деревне, кто вырос, это же вот отсюда, это богатство души, это вот та энергетика, она нас сейчас подпитывает. Это корни, настоящие корни, потому что вот у меня бабушка, царствие небесное, она прожила 94 года. У нее был, конечно, не такой, может быть, талант, как у вас. Она пела казачьи песни, она вот из станицы Мелеховской на Дону. Но люди с песней и работали, и отдыхали. Песня человека преследовала повсюду. Не то, что вот раньше, знаете, когда какой-то праздник, да, все село, деревня, везде в разных местах собирались компании, везде звучали песни народные, да. Люди работали, тоже пели. А, да, а мы когда, вот иногда сено косить, далеко нужно ехать, и нас, предположим, на машине везут. Мы с утра уже ехали с песнями, возвращались мы с песнями. Обеденный перерыв поели, посидели еще, попели хотя бы 2-3 песни и снова косить. Что такое песня? А песня – это вот та энергетика, которая дает силы, которая подпитывает. Если бы это все понимали, а ведь некоторые неосознанно действительно идут, предположим, на концерты, просто чтобы
ну, принять эту замечательную, теплую энергию, которая подпитывает, которая дает силы, которая дает идти вперед. Песня всегда помогает что-то каким-то новым идеям. Я всегда говорю, если даже кто-то, вот та работа, но просто отдохнуть от работы, или рисовать можно, или петь, ну, или танцевать, или на чем-то играть. Это намного больше и лучше еще спорить с работой. Я знаю, что был в вашей жизни такой случай, когда вы выступали и забыли слова, и потом просто в паузе потанцевали, потом слова вспомнили и продолжили. И на самом деле это так очаровательно, это так чудесно. Да, это было. Да, у меня баянист, он растерялся, он смотрит, а я танцую и танцую. Ну, не могу вспомнить слова. Ну, хорошо, что баянист сказал. А я танцую. Вспомнила, да. Подошла к микрофону, дальше запела. Так это же чудесно, наоборот, это разбавило, да, еще больше придало, как бы, такого шарма. Вы знаете, вы необыкновенная, вот, представитель необыкновенной плеяды. Вот мне хочется сравнить вас с Лидией Руслановой, да, мне хочется сравнить вас, естественно, с Людмилой Зыкиной. Вот вы из одного... Извините за выражение, тесто, да, из одного кроя. Вот у вас что-то такое, что заставляет чувствовать ваше величие. Поэтому вот не будем тратить время, пока еще есть у нас возможность поговорить. Да, я хочу еще одну песню сейчас сразу же послушать. Какая это будет песня? Следующая песня будет также «Музыка моя». Слова Николая Карачева с города Серов. «Я счастливая». Замечательные какие слова. Вы действительно счастливый человек и дарите счастье другим. И так поет Валентина Пудова. Слушаем и наслаждаемся. Я, но не смешная, завлекла тебя, ох, завлекла.
«Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС. Валентина, вот был такой период в вашей жизни, когда вы поступали в музыкальное училище, да? И да. Играли на баяне, взяли баян, и, ну, так в ваших воспоминаниях вроде как написано, что вы даже не помнили, что вы сыграли. Был большой конкурс тогда, было много желающих, вас приняли. Скажите, вот вы помните эти мгновения, эти годы? Да, это, да, Виктор, а то, что я сыграла и спела, и не помнила, и когда я, в принципе, я в 17 лет в государственном ансамбле песни и танца, я пела там, а это уже у меня там, когда «Виталмас», конкурс большой был, да, я последняя уже захожу, я растерялась, там же именитые артисты, я растерялась, что петь. И я вдруг увидела баян, я говорю, а можно я баян возьму на баяне, сыграю с вами? Да, конечно, пожалуйста. Да, тогда меня взяли в ансамбль. Но, а этот момент, когда гармошка пошла в народ, популярна стала гармонь, и однажды мы пошли с супругом на этот концерт, и тогда зала приглашают, кто сыграет, ну, частушки. Я пошла на сцену, а мне говорят, вот давайте, что сыграть? Я говорю, а я хотела сама сыграть. Там, конечно, удивились, я взяла гармошку, я сыграла. Даже вот до сих пор я действительно не могу никак вспомнить, как это что дальше было, но я вышла, спустилась со сцены, через фойе там иду, и вдруг очухалась, а зал еще все аплодирует. У меня в руках цветы, оказывается. Ну, вот так, и все равно супруг мне сказал, Валюша, ты должна быть на профессиональной сцене. Ну, вот я и снова оказалась на профессиональной сцене. У нас есть театр песен «Ай-Ай». Вот я проработала там. Это уже в Ижевске, да? Это уже будучи, у меня двое детей было. Угу. Да. Я знаю, что несмотря на то, что у вашего сына такое техническое образование, все равно он периодически вас тоже поддерживает, семейный такой подряд помогает вам выступать, да? Да, сыночек помогает. Во всем помощь от детей. Мне, знаете, что нравится, что вот когда такие родители, вот как вы, да, про вашего супруга мало что известно. Известно только, что он вас во всем поддерживает. И, наверное, рядом с такой очаровательной, с такой затмевающей, я бы сказал, все вокруг себя женщиной, наверное, он чувствует себя, как сказать, самым счастливым человеком, поэтому низкий ему поклон, что он всю жизнь поддерживает вас. Как его зовут, имя, отчество? Супруга, мы теперь уже вместе не живем, но поддержка всегда есть. Александр Елизарович. Ага. Вот, просто, знаете, ваша жизнь, она вот мне нравится тем, что она полна вот таких вот испытаний. Начались эти 90-е годы, да, все опять рухнуло, пошли работать на завод опять, не побоялись там чего-то, каких-то проблем, трудностей, где-то работали, потом снова вернулись на большую сцену, и в итоге пели в Кремле, и в итоге стали просто народной артисткой, заслуженной артисткой, понимаете, это на самом деле, мне кажется, все было где-то изначально вот предначертано. А вот оглядываясь на свое прошлое, скажите, пожалуйста, вы бы хотели что-то поменять в своей жизни? А зачем, Виктор? Все-таки... Я сегодня понимаю, что самое главное, я сегодня понимаю, меня Бог никогда, и ангел-хранитель мой, меня никогда не оставляли. Вот то, что были трудности, мне иногда говорят, какое у тебя терпение. А я думала, какое у меня терпение? У людей еще хуже бывает. У меня есть кровь, у меня есть дети, у меня есть что поесть.
Я живу хорошо. А что-то испытания, это действительно, это были испытания, что единственное, я была крепче. Вот, я сегодня каждое утро просыпаюсь, говорю, я люблю тебя, мой Бог. Как чудесно вы говорите. Я люблю тебя, мой ангел-хранитель. Я благодарю каждую минуту, каждую секунду моей прожитой жизни. Я благодарна абсолютно всему, что в моей жизни было. И принимаю всегда это с любовью. Вот это хотел я от вас услышать, понимаете? Вот настолько звучит много правды, истины, мудрости в ваших словах. Поэтому вот настоящие артисты, настоящие таланты, которые от Бога, они прославляют Бога, они понимают, что все дается свыше. Вот абсолютно. Разговаривать с вами на самом деле большая честь, огромное удовольствие. Давайте послушаем следующую песню, потому что слушать ваши песни – это тоже истинное удовольствие. Да, но следующая песня будет «Не выбирай красивую». А эту песню я когда отдыхала в Трускавце, в Украине, я оттуда привезла эту песню, и настолько популярна стала песня. Но в принципе… Недавно мне ВКонтакте пишет девушка, она реставрирует игрушки, и тут скол, фарфоровая куколка, и там скол. И я посмотрела, говорит, думаю, дай-ка буду, ну, отреставрирую. А там бумажка. Она достает оттуда бумажку, и в этой куколке слова этой песни «Не выбирай красивую». Да что вы, вот как интересно. Вот представляете, что это означает? Это не промысел, знаю, но… Божий называется. Песня. Да, слушаем эту песню. Песня понравилась абсолютно, да, народу. И с удовольствием давайте послушаем «Не выбирай красивую». Поет заслуженная артистка России, народная артистка Удмуртии Валентина Пудова. Слушаем и наслаждаемся.
«Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС. Валентин Тихоновна, вот вы живете в Удмуртии, да? Такой очень недостаточно суровый край. С детства привыкли к труду, да? С детства привыкли к тяготам вот крестьянской жизни. Много было испытаний. Не хотелось вам как-то вот все это покинуть, куда-то переехать или в столицу, или куда-то на юг? Вот интересно, такие мысли приходят. Все-таки вы-то объехали, наверное, весь Советский Союз почти, да? Где только не выступали, я имею в виду бывший Советский Союз. Да. А все-таки возвращаетесь на родину и как бы не изменяете своему краю, да, своей родине. Не хотелось никогда куда-то уехать? Вот, мои хорошие, вы знаете, никогда. Я была везде, и за границей, конечно, везде все на недельку, это хорошо. У нас суровая погода, а я бы не сказала, у природы нет плохой погоды. Это прочувствовать и жару, и дождь, и слякоть, и мороз, и пургу. Вы знаете, это как? Вот это жизнь. Вот этим и наполняется, вот этим и наполняется вот вся наша история нашей жизни. А что, ну когда просто где-то тепло, просто тепло. А что вспомнить? Ну а да, одна и та же погода, да. Пурга, едем, застряли на машине, давайте все толкать. Эти моменты вспоминаются, а потом. Мы же смогли, вытолкали автобус целый, предположим. Ну, вот такое было в жизни. Просто были, я рассказываю. И мы такие счастливые, что у нас это получилось. Дождь, ливень. Да, как, вот даже не думали. Идем. Промокли до нитки, да? Туча. И такой ливень. А дождь теплый. И мы все до нитки промокшие и такие счастливые. Дождь прошел, канавка, а там трава растет, и мы босиком бегали по этой воде. Это же замечательно. Вот ничего, Виктор, ты знаешь, вот знаете, вот действительно, вот грех ведь жаловаться, по большому счету, вот грех жаловаться. Я вот даже сейчас сижу в окно, смотрю, у меня лес. Каждый листочек что-то колышется, что-то, наверное, а ему хорошо. Дерево растет. А листья питаются энергией земли. Каждая елочка. Это какая красота. Нет суровых мест. Нет. Это везде Бог нам дал увидеть, почувствовать, прочувствовать это все. Такие великие люди, как вы, они вот это все, когда прочувствуют, вот в песнях потом это выплескивается. Потому что, знаете, наверное, чтобы правильно спеть и народную песню, и авторскую какую-то песню, и написать, наверное, музыку правильно, все, наверное, надо это испытать, прочувствовать, пережить, а потом уже, пропустив через ваше такое, знаете, благородное, любящее родину, любящее свою и малую родину, и всю свою необъятную нашу матушку Россию, выходит это потом в виде песен, в виде интонационных каких-то моментов в вашем голосе. Потому что голос льется, как журчит, как, вот знаете, такой поток, ручей, и на самом деле слушаешь и поражаешься. Вот Господь дает талант. Вот на самом деле я же вот сам-то родом тоже из СССР, и я слушал наше вот это советское радио, когда больше звучало таких песен, великие пели певицы. И вот сегодня, к сожалению, так нам этого не хватает, еще раз подчеркиваю. Поэтому хорошо, что вы выступаете, проходят концерты,
Хотелось бы, конечно, больше, чтобы этого было, потому что, мне кажется, вот интересно, я хотел спросить, когда молодежь приходит на ваши концерты, люди же разных поколений приходят, они как-то да. благодарят, меняются, как вы считаете, внутренне, потому что столкнувшись с такой искренностью, с такой настоящей песней, человек, по-моему, не может не преобразиться. Вот для меня было удивление, это было недавно, но где-то вот девушка, молодой человек, они пришли первый раз на мой концерт. Им концерт очень понравился. Но как один, я тогда спела русскую народную песню «На улице дождик». Mm-hmm. И молодежь именно вот зацепила вот эта песня, русская народная «На улице дождик». И вот они говорят, мурашки и слезы. Это значит, я спела правильно. Да, безусловно. Скажите, а что вот понятно, что вы все черпали из своей жизни, все вот трудились, все, и вот сколько труда нужно, чтобы подготовить вот этот вот... У вас все, конечно, работа тяжелая была, жизнь непростая, а вот мне кажется, когда вы стали профессиональной певицей, вы уже где-то стали, наверное, радоваться и отдыхать, потому что, как кто-то сказал из философов, найди себе работу по душе, но тебе не придется работать, а трудиться всегда надо, ведь эта песня, это тоже... труд, это эмоции, но все-таки они же возвращаются к вам после концертов, вам хочется, наверное, еще больше, так сказать, отдать слушателю, потому что столько, сколько вы перепели, столько, сколько вы объехали, исколесили, сколько вы представляли и за рубежом нашу песню, да, вот это трудно даже себе представить, какой это огромный труд. Как вы отдыхаете, расскажите, пожалуйста. Я отдыхаю. Вот уже говорил Виктор, когда вот это моя любимая, да, это моя любимая работа. Но вот мне просто иногда хочется поиграть на гармошке. Что-то новое, мелодия приходит. Но я люблю, отдыхаю. Я как отдыхаю? Я люблю готовить. Я так люблю готовить. Я люблю танцевать. Иногда после концерта, 3-3,5 часа концерт идет, а мы после концерта с друзьями собираемся, иногда идем еще потанцевать. Да что, вы еще находятся силы. Вот это настоящая энергетика. Это настоящие люди. Давайте еще послушаем песню в вашем исполнении. Да, мы раз поговорили о природе, давайте послушаем песню «Разноцветная судьба». Вот, «Разноцветная судьба» – это про вас, мне кажется, прям. Да. Поет Валентина Пудова, дорогие радиослушатели. Эта передача, на самом деле, такая для меня историческая, для меня большая честь. Слушаем эту песню на волнах Радио ВОС. Занавески на окне засветло завесила, жизнь мою осветила красотой рябиновой, но добавила в нее горечи осиновой и сирени. Венок девичий с незабудкой васильком, я ромашковая.
мое поле и сходила босиком. А когда крапивой жгучей меня ранила до слез, я душою отдыхала в белом мареве берез. Распахнул окно с любовью и судьбу благодарю за родное разнотравье, разноцветье и зарю. И опять судьба в глаза мне смеется весело, видно зря тебе. Звездная гостиная с Виктором Тартановым на Радио ВОС. Дорогие радиослушатели, напоминаю, что сегодняшняя гостья из Удмуртии. Это народная артистка Удмуртии, заслуженная артистка Российской Федерации, России. Вот как звучит заслуженная артистка России. Вот вся страна гордиться должна такими людьми. Это Валентина Пудова. Жаль, что, знаете, жаль, что вот включаешь вот эти наши вот так называемый телевизор, да, а там долбит непонятно что постоянно с утра до вечера. То новости, то еще что-то. Вот мне кажется, вы рассказали сейчас, что у вас в окошке, что у вас на душе. Вы, просыпаясь утром, наверное, говорите, как вы благодарите Бога, как вы радуетесь каждому дню. Да. Вот так надо делать всем. Какой бы вы рецепт дали тем, кто сегодня, знаете, нагнетает, что вот все плохо, вот какие-то кризисы у них в головах, этих несчастных наших, и чиновников некоторых, и у нашего народа руки опускаются. А они не понимают того, что было гораздо похуже. Была Великая Отечественная война, когда погибали миллионы, да? Были какие-то эпидемии чумы, когда вымирала по почти третья часть планеты, да? А сейчас голода нет, по сути дела, у нас в стране. Все хорошо, а им все не так. Вот какой бы вы совет дали этим людям? Вот, Виктор, это я не с книжек говорю. Я не, что кто-то вот там сказал, я это не скажу. Я лично свой опыт. Я уже сказала, я утром просыпаюсь и говорю, я люблю тебя, мой Бог. Я люблю тебя, мой ангел-хранитель. Я люблю тебя, мой мир. Я посылаю всем света и любви. А самое, если там по герцам считать, самое высокие энергии, частоты, это энергии любви. Да. Это энергии любви. И после всего этого энергия у тебя поднимается на высоту. И ты вот абсолютно целый день будешь счастлив. Не надо искать там негативы, кто там сказал, что там, ах, вот плохо. Ну, если где-то плохо, но ты увидишь хорошее. Вот порадуйся, даже букашки порадуйся. Кто умеет радоваться малому, тому придет большая радость. Я всегда говорю так. Бог не оставляет никого. Только мы не хотим слышать. И ангелы всегда рядом с нами. Только мы не хотим почему-то это признать. Какие прекрасные живите слова. Да. Живите с радостью. Дарите все это вам. Сто крат больше вернет. Валентина Тихоновна, вы настолько вот правильно говорите, что тут не убавить, не прибавить. Никаких книжек не надо. Вам самой надо написать какую-то такую книгу, которую бы мы читали и радовались. Вот. Но лучше всего, конечно, ходить на ваши концерты и смотреть их. У вас есть страницы в социальных сетях, да?
Есть да, на YouTube-канале да, много ваших выступлений. Я столько пересмотрел. Вот вчера, сегодня утром послушал. Вы знаете, у меня настроение улучшилось. Я сейчас немножко оторван от своей семьи. Там они это в Ростовской области. Я родом из Ростовской области. Они поехали на каникулы. У меня четверо детей и жена там. Вот. А я здесь... И я, знаете, вот немножко какая-то такая вот, ну, как сказать, скучаю, естественно, по семье. А я послушал ваши песни, я зарядился таким оптимизмом, такой уверенностью в себе и в лучшем, в лучшее будущее, что вот просто передать вам не могу. Когда сейчас я с вами пообщался, то я вообще чувствую себя счастливым человеком еще больше. Давайте послушаем следующую песню. Нет, Виктор, а вы мысленно обнимайте свою семью. Мысленно. Они всегда это будут чувствовать. Они всегда это будут чувствовать. Спасибо вам за ваши советы. К вам пойдет. Спасибо. Да. Ну что ж, мои хорошие, давайте еще послушаем песню «Казаки». Эту песню написал алтайский композитор Кораблин, Владимир Кораблин. Обожаю эту песню. Слушаем эту песню на волнах Радио ВОС в исполнении Валентины Пудовой. «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС. Дорогие радиослушатели, сегодня гостья, которая заряжает... у нас, знаете, много бывает артистов, гостей, которые на позитиве, которые вроде бы приносят позитивную энергию, и все познается в сравнении. Вот Валентина Тихоновна Пудова...
Я хочу сказать, что вот я когда познакомился с одной женщиной, которая мне дала ваш телефон, да-да, я послушал ваше творчество, да, это из Ассамблеи народов Евразии. Да. Вот, и я послушал ваше творчество, и я понял, что здесь будет необыкновенный какой-то разговор, потому что так петь сегодня, вот в России не может никто народные песни. Вот я вам говорю, что многие испоганили, испохабили эту, извините за такие слова, народную песню. К ней нужно подходить с чистыми руками, к ней надо подходить бережно, с чистой душой. Вы согласны со мной? Я согласна абсолютно. Но да, стараются что-то там переделывать. Ну, может быть, современный мой опыт немножко усовременить. Ну, не надо же бережно, надо же понимать, как да, это делать. Кому-то это нравится, но моя душа это не принимает. Вот вы выступали, да, извините, что перебиваю. Это лично только мое мнение. И угу. Ни в коем случае я не хочу сказать, что это вот там... Вот он, она там плохие. Нет, это, наверное, право каждого. Кому-то нравится, но я еще, мое выражение, на вкус и цвет фломастеры разные. Нет, я хочу сказать, что так, как вы, так, как вы, никто не поет. Народную песню. Я люблю народную песню. Вот в том вкусе, как его вот изначально преподнесли на блюдечке. Вот я это люблю. Да потому что вы же это впитывали с детства. Вы же это впитывали всей своей жизнью. Вы слушали великих певиц. Вы слышали великое пение. Вот. И с Людмилой Георгиевной вы общались, наверное, лично, да? Да. Не раз. Конечно. Конечно. Скажите, что она говорила о вас, вот о вашем исполнении? Людмила Георгиевна как раз мне сказала, что Валечка, так петь нельзя. Ты каждое слово пропускаешь через душу. Через сердце, ты сгоришь быстро. Да что, так сказала? Да. Ты сгоришь быстро. Я 2 дня подумала и решила, мне сколько Богом дано, я буду так петь. Но если не через... Не пропуская через сердце, песни не будет. Народной песни не будет. Там даже частушку и то просто так вот невозможно спеть. Это слово должно дойти. Дойти до зрителя. Каждое слово должно быть определенной интонацией пропето, да? Определенный смысл да. должен быть вложен. Сила слова должна быть. И вот вы знаете, я, может быть, я не прав, но вот народная песня, вот в вашем исполнении, вот честно вам скажу, когда я слышу разных певцов, вот сейчас начинается такое, вот я бываю на концертах очень часто, бумс, 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 там не хочу обидеть никого сейчас называть. И вроде бы голос неплохой, и нотки берутся все правильно, по ноткам спета, и повизгивания вот эти, ух-ух-ух, идут. А души нету. Какая-то пластмасса, как будто вот целлофановый пакет вот закрывает душу человеческую, энергия не идет. А у вас вот да. как раз, когда... А вы когда поете, если грустная песня, то люди плачут. Если это веселая песня, если частушки, они радуются, смеются, и тут же можно до слез смеяться опять же. Вот когда идет вот это, когда люди плачут, когда люди радуются, это настоящее искусство и настоящая жизнь. И вот, дорогие радиослушатели, Валентина Пудова, она как раз вот горит для нас всех, как настоящее солнышко, освещает своим существованием всем, своим творчеством, всей своей жизнью, всем своим жизненным вот этим посылом она освещает всю нашу русскую землю. Потому что бесследно вот такие песни, вот такое исполнение, оно не проходит, оно западает в души, оно заходит в сердца, и оно нас делает лучше и очищает. Поэтому я хочу искренне поблагодарить вас, конечно, от имени всех наших радиослушателей, от имени всей России, которая и за рубежом русские люди есть, за ваше
преданное служение русской песни. И вот авторские песни, которые вы написали, они все пропитаны истинно народной, истинно русской традицией. Поэтому примите вот еще раз мои восхищения. Мне хочется вам пожелать творческого долголетия, неиссякаемой энергии. Вот те родники вашей светлой души, которые мы слышим в каждой песне, пусть они всегда нас радуют. А вы, мне кажется, счастливый человек, который пример для многих. Вот слышите, радиослушатель, берите пример с Валентины Пудовой. А я хотел бы в заключение, чтобы вы, перед тем, как объявите последнюю в сегодняшнем эфире песню, еще раз что-то сказали, знаете, такое назидательное. Вы уже два раза повторяли о том, что понятно, что нужно радоваться каждому дню. Но вот мне кажется, что вот правильно вы говорите, что трудности, вот это повторить, что трудности людей, вот мне кажется, делают сильнее. Потому что люди этого не понимают. Все, что мы преодолеваем, все нам на пользу. Скажи, вот об этом можно немножечко услышать еще раз? Да. Да, Михаил, благодарю. Благодарю, Виктор. Может, ты так уж расхвалил меня. Так расхвалил. Я благодарю. Чем проще, тем роднее, тем ближе ангелы и Бог с нами. Я бы в первую очередь это хотела сказать. Второе. Никогда не обижайтесь. Умение прощать, простить – это великая сила. Обиды. Когда обидишься, это свербит у нас внутри. Мы только себе хуже делаем. Человек сказал, а не берите в голову. Главное, чтобы вы не обиделись. А человек, который, он сказал, может быть, не хотел обидеть, а мы обижаемся. Поэтому будьте свободны, будьте в радости, без обид, будьте счастливы. А я так люблю вас всех. Мой народ. Спасибо большое. Я такая счастливая, Виктор. Я такая счастливая, действительно, что я поговорила с мудрым, с глубоким, глубоким таким фундаментальным человеком. Так, у нас передача не обо мне, Валентина Тихоновна. Я очень рад, что вы сегодня были у нас в гостях. Вот, я не мог по-другому с вами общаться, потому что, когда встречаешься с людьми вашего масштаба, людьми, которые прославляют нашу Родину своим существованием, которые навсегда запечатлеваются в истории, которые творят историю и которые делают нас лучше, с такими людьми нужно общаться только так. И я еще раз хочу пожелать вам творческого долголетия. Пусть все задуманное вами обязательно сбудется и осуществится. Помогай вам Бог. Это была заслуженная артистка России в гостях сегодня, народная артистка Удмуртии Валентина Пудова. Объявите, пожалуйста, еще песню. А можно, Виктор, а можно удмуртскую? Я же с Удмуртии. Конечно, обязательно нужно. И вот финальная песня, пусть будет у нас это народная, удмуртская народная песня, финальная, когда уже люди подостей собираются уходить и говорят, нам пора бы, наверное, уже домой. Мы поели, и поплясали, а как это по-удмуртски звучит? И попили, и благодарят, и уходят. Вот об этом заключительная песня «Бертуновий вал». Спасибо огромное. Слушаем эту песню на волнах Радио ВОС. До новых встреч. До свидания. Бертуновий вал, Бертуновий вал, Бертуновий вал, милям
Авторская программа Виктора Тартанова.